Развалился Ливонский орден? Потеряли страх? Образовался вакуум на Балтийских берегах? Расклад такой. Швеции Ревель. До свидания. Польша Рига. До свидания. Остров Эзель. Заняла Дания. А Московии что? На Балтике Московия. Расправила плечи. Нарвская торговля. Ядро противоречий. Острые вооруженные. Столкновения на море. Польские и шведские каперы грабят. Горе! Как же московскому государству? Напрямую торговать с Западом. Да вот как, сказал и решил Иван Грозный. Вроде не война. А грабеж большой среди бела дня. И вот мы каперы, мы солдаты, не аристократы. Мы бесцеремонные и неразборчивые пираты. И с нами также не церемонятся. Попади ты им в руки, тебя ждет брат веселиться. С нами не умрешь со скуки. Царь Московии дал каперскую охранную грамоту. Датчанину Карстину Роте открыл ему на море пахоту. И тот организовал русское каперство на Балтийском море. Он стал царским морским атаманом, чтоб сеять горе море. Иван дал Роте полномочия не спать, силой врагов взять, их корабли и людей мечом сыскать, зацеплять и истреблять. По договору царь забирал каждый третий захваченный корабль. Да имел право вербовать на каперскую службу морскую даль. Раздавал каперские грамоты узаконенным русским пиратам. Царские воеводы должны помогать Раде. И тут и там русские каперы пираты Балтики. О, братики! Помощники из Гамбурга. Ганс Гаусман Шкипер из Дитмарксена. Петр Хазель, Штурмас и Травельмюнде. Нильс Генрисен, боцман из Бернгольма. Дэвис Бартельшен, боцман из Бернгольма. Копенгаген озадачен разбоями Роде. А судьба нашего капитана Роде неизвестна. Привет! Тут Таларсен...